Всем привет! Сегодня в рамках Московского международного автосалона мы расскажем вам про легендарный автомобиль. Это Mercedes-Benz G63 AMG. Начнем мы, как обычно, с дизайна. Дизайн, он всем это здесь всем известен. Вы фотографируете. Здесь всем известный уже дизайн, он идет с 1977 года, и лишь иногда просто, ну, тут что-то изменялось, проводился рестайлинг, но в целом этот дизайн уже с почти 40 лет ездит по нашим дорогам. Это версия AMG, тут такой мощный обвес спортивный есть. Надпись AMG, как я уже говорил, у Мерседеса большое внимание к деталях. Тут светодиодные фонари, круглые фонари, которые не изменились с 1977 года. Мощнейший капот. И да, наверное, сразу заметили, это новый гелик. А новые гелики, чтобы хоть как-то разнообразить линейку, они все идут в необычных цветах. Зеленый, синий, фиолетовый. Ну и, конечно же, есть черный и белый стандарт. Давайте посмотрим сбоку. Ну, сбоку это кубик. Сбоку это стандартный кубик, который, я опять повторюсь, не менял с 1977 года. Только вот здесь есть вот такие вот накладки спортивные. Спортивные суппорта, офигенные черные диски. Вот с черными дисками гелик реально смотрится очень круто. Салон посмотрим потом. Здесь такие вот обычные квадратные фонари, в принципе, ничего не менялось. Да и в целом сейчас. Ладно, тут багажник закрыт, мы посмотрим из салона. Тут фирменный стиль гелика, это запасное колесо. И, в принципе, рассказывать о дизайне гелика нечего. Все мы уже видели его и в фильмах, и на наших дорогах. И многие им восхищаются, многие им фанатеют. В принципе, это не пустые слова. Сейчас мы пойдем в салон и посмотрим, какой он изнутри. Потому что дизайн уже, в принципе, все видели. Давай еще облетим, чтобы люди знали. Вот, посмотрим дизайн. Очень круто. Ну а теперь идем в салон. Начнем с задних сидений. Во-первых, тут такие очень тонкие квадратные двери, почти как у УАЗа. Ну как? Много места? Можно. 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 Давай я засяду. Можно. О, посмотри. Светится. AMG. Конечно. AMG светится. Накладка. Отойди чуть подальше. Сидеть удобно сзади. Много мест, очень. Смотрите, сколько мест, два кулака. Так, на моей головой два кулака. Очень удобно сидеть. Посмотрите, какой дизайн такой, ромбиками. И это кожа. Все очень круто сделано. Это гелик. Да. В отличие от старых геликов, где просто было все металлическое, вот в новом гелике все очень круто. Премиальные материалы, кожа. Теперь давайте посмотрим, что у нас находится спереди. Вот посмотри, с каким звуком тут двери хлопают. Как в девятке, как в УАЗике. Так. Я за рулем 63-го AMG. Дизайн, чем мне нравится дизайн? Потому что смотрите, какая маленькая панель, да? То есть тут много места и спереди, и сзади. Тут куча, ну тут практически такой же, как в GLS салон, и в принципе, как во всех Мерседесах. Удобный руль, удобные кресла с боковой поддержкой. Это, в принципе, спортивная машина с 30 спидометров до 280 км в час. Бардачок, да? Бардачок маленький, и пластик, да. Какой-то отстойный, как в этом, как в девятке у меня. А в целом, ребят, вот что называется жизнь далась. Вот как тебе, да, жизнь далась. Все очень круто. Теперь,
Теперь давайте пойдем, наверное, на зону тест-драйвов и проедемся на этой машине. Сейчас нам представитель компании Mercedes расскажет об G63 AMG. Да. Здесь у нас с вами двигатель 5,5 литров, V-образная восьмерка, 571 лошадиная сила. Разгон с нуля до сотни 5,4 секунды. Ох! Я максимум-то ездил на Финике 3,7. Это... Да, он не дает таких. Да, легендарный автомобиль. Да. Дизайн автомобиля был разработан еще в 1979 году. Не менялся практически. Ну да. Просто рестайлинг. Да, за исключением каких-то там приятных интервьюшек. Также на мостах, также полный привод, также имеются три блокировки. То есть это полноценный внедорожник, который застрянет там, куда другие просто не доведутся. Он по проходимости сам лучший. Да, да. Ну и как бы по комфорту он тоже наступает. Ну да, вот сейчас мы медленно едем, в принципе, комфортно ехать. Ну и плюс как бы вот мощности и проходимости, получается полный пакет уважения на дороге. Да, в гелик все уважают. Это машина легенда. Легенда. Тотальный автомобиль, в котором нет каких-то вот там, не знаю, гламурных дефлюшек. Здесь вот автомобиль, прям сел, поехал. А вот если вы в багажнике груза положите достаточно много, чтобы при торможении в салоне, да, это Ну а что касается комфорта, есть все стандартные опции, то есть это вентиляция сидений, обогрев сидений, там камера заднего вида. Ну, в общем, черта примерно только так. Да. Какие-то вопросы у вас возникают? Едет неплохо, конечно, несмотря на то, что машина предназначена для бездорожника. Автомобиль весит. По сути, аналогов-то нету. Машина, которая, во-первых, по проходимости фактически одна из лучших, да, если не лучшая, и по разгону. Ну, да, я ну, знаю. Это как бы спортивный внедорожник, аналогов, по сути, нет. Ох! Я никогда не испытывал так. Да, за звук. Я просто никогда не испытывал таких ощущений, вот, при... Да, одни эмоции, конечно. Мерседес, в принципе, плохих машин. Да, вот я очень люблю. Вот мы сходили на стенд Мерседеса. Посидели там во всем. Конечно, Мерседес очень хороший автомобиль сейчас делает. Да, звук отличный. Даже на месте может заговаривать. О! А сколько он до сотни? 5,4. Вот, прямик. Сейчас с места. Готовы? Как на американских горках. Собственно, 110.
10 страшно, он как-то едет. Он, видимо, из-за того, что он же как бы кубик такой, у него форма-то он не спортивная, высокий. Да. А, он... И поэтому такие ощущения. Ни одна машина, наверное, такие ощущения не дает. Он благодаря своей форме такой, да? У него большой ход подвески. Есть такие деньги, то, конечно, стоит, потому что она дает просто невероятные эмоции. Но вы сами видели, когда мы ехали на ней, как я кричал от того, что меня давливает сиденье. В общем, гелик мне понравился. И еще раз повторюсь, если есть деньги, то однозначно берите. Потому что помимо крутого внедорожника со спортивным характером, вы получаете уважение на дороге. Но на сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих тест-драйвов. Пока. 5-5-5.